Колю разбудила. Сейчас будем завтракать. Я ему в микроволновке подогреваю вчерашний чай, который он не пил. Он знает, со мной шутки плохи. Все доедаем, все допиваем. Так, надо же ему хотя бы яичницу пожарить. Надо мужичка покормить. Сейчас быстро. Меня что-то затошнило. Не знаю, что такое. Сейчас это все пройдет, конечно. Мой халат валяется. Сейчас я его уберу. Все отлично. Микроволновка сделала свое дело. Так, Коля, я тебе сейчас яишенку пожарю. Чего чай? Я чай забыл. Ну реально, ты налил чай и лег спать. Я кинула в стену. Ой, что это тебе надо постирать? Давай сейчас закинем вечерочку. И дома она чистая. Повешаем, посушим. Пока. Три штуки пойдет? Два? Идет. Блин, что ты не сказал? Я здесь. Так, сейчас просто солью посолю тебе. Давай. На улице мороз. Капец. Давай. А где у нас соль была? Вот соль мелкая. Театр. Это у меня Коля, блин, масло расхерачил. Хотел покушать хлеб с маслом. Достал с холодильника, масло типа твердое. Решил его подогреть в микроволновке чуть-чуть. Подогрел. Сковородка с круглым дном еще. Уже меня заколупало. Так, воду, ой, картофель сейчас просто помою и залью водой. Вечером приду, отварю.
так утро. Все в бегах, в бегах. Короче, все, вот так проходит наше утро. Все, спасибо за просмотр.